Всем привет! В третьей части по работе с персонажем мы добавим процедурную отдачу, звуковые и визуальные эффекты, урон, а также проведем репликацию всех процедур. В классе персонажа перейдите к компоненту передвижения и сверьте значение скорости. Откроем Blend Space, установите значение, как у меня на примере, где минимальная скорость перемещения 100, максимально возможная 600. При движении назад и в стороны 100. При беге также 600. Blend Space нам больше не понадобится. Если вы установили значение, как у меня, то при перемещении персонажа анимация ног будет работать без изъяна. Далее нам понадобится Mesh автомата. Найти его можно в классе оружия. Здесь нам необходимо добавить сокет для визуальных эффектов. Переходим в класс персонажа и поэтапно начнем производить репликацию. Начнем с инпута бега. По умолчанию у персонажа репликация активна. А значит, нам необходимо один раз вызвать событие на сервере для контроля изменения скорости передвижения, где каждый игрок будет отправлять данные о своей скорости. Добавим второго игрока и проверим, записывается ли значение со стороны двух клиентов.
Большую часть остальных процедур мы будем воспроизводить на клиенте и отправлять на сервер. Сервер будет раздавать уведомления всем клиентам. Начнем с воспроизведения звука. Первое событие запускает звук на сервере и раздает его клиентам. Второе событие исполняет процедуру воспроизведения звука на клиенте. Значит, для себя мы вызываем ноду воспроизведения звука. И теперь повторюсь. Чтобы раздать звук остальным на сцене, мы вызываем событие звуковой нодой в реплицированном событии запуска процедуры на сервере. Далее делаем все то же самое для визуальных эффектов.
Сделаем репликацию при спавне объектов на сцене. Материал декалей. Далее произведем репликацию нанесения общего урона и сразу произведем вычитание общего урона, используя событие AnyDamage. Данное событие по умолчанию запускается на серверной стороне. Организуем числовую переменную для ХП типа float. Установим значение. Создадим математическую операцию по вычитанию показателя. Запишем и установим условие, что если значение меньше или равняется нулю, то объект мы удалим со сцены.
изменения числовых значений в переменной должны проходить через сервер. Перед тем, как продолжить работу, я сверну большинство событий. Откроем класс оружия и также будем проводить его репликацию. Вернемся к классу персонажа, к событию стрельбы. Создадим логическую переменную, при помощи которой мы будем спрашивать, производит ли персонаж стрельбу в данный момент. Она нам понадобится для того, чтобы в нужный момент ограничить эту возможность, например, при перезарядке создадим функцию стрельбы. Луч я буду задавать, используя положение и направление камеры от первого лица. Длина луча 20 тысяч. Сложим текущее местоположение с длиной. Далее поработаем со столкновением. Запишем место столкновения луча. Через ложь пока можно завершить функцию. После определения места столкновения укажем объект столкновения и количество получаемого урона, вызвав реплицированное событие. Apply Damage. Запишем переменную с уроном по умолчанию и установим желаемое значение. Далее воспроизводить визуальные эффекты я буду, используя тег. Достанем ноду Actor Has Tag. Придумаем имя. Скопируем и сразу же добавим его нашему персонажу.
запишем локальную переменную жертвы. Через центральную точку будем производить разворот эффектов по оси X по отношению к лучу. Далее вызываем событие Spawn Niagara at Location. Указываем разворот по отношению к точке и записываем местоположение, используя ранее записанную переменную. Добавляем желаемый эффект. Если касание луча произошло по другой поверхности, то здесь мы вызовем Spawn Emitter at Location и используем стандартные эффекты. Так, закинем масштаб. И автоуничтожение. Применим какой-нибудь эффект столкновения боеприпаса. При контакте с плотью персонажа воспроизведем какой-нибудь звуковой эффект. Теперь давайте добавим еще одну линию для спауна наклейки. С кровью на полу мы поработаем в предстоящих выпусках, а пока что сделаем наклейку на тело. То есть, когда мы стреляем, помимо брызг, кровь будет оставаться на теле персонажа.
сделаем рандом из классов. Самого класса с наклейкой у нас нет. Давайте создадим. Добавим компонент Decal. Применим желаемый материал. И как на моем примере, изменим масштаб и развернем бокс. В рандоме пока установим один и тот же класс. Функция готова. Перейдем в график событий. Найдем событие начала игры и запишем реф-ссылку на класс с оружием. Сделаем еще одно событие. Событие процедурной отдачи при стрельбе. Создадим таймлайн с каким-нибудь графиком. Без графика отдача бы выглядела неказистой и чересчур резкой.
Числовая переменная на входе будет контролировать частоту отдачи. Далее следует линейная интерполяция. Где точка A будет минимальным значением, а точка B будет отправлять конечное значение отдачи. Создаем логическую переменную iiming для установки умеренного разброса при стрельбе от мушки. Здесь выставляем отрицательное значение, чтобы отдача шла вверх. Отправляем значение в контроллер Pitch Input для отдачи вверх. Следом зададим шанс смещения прицела влево или вправо. Делаем это рандомно, чтобы минимизировать возможность удержания спрея. Через множитель с отрицательным значением делаем смещение прицела влево. Переходим к инпуту, добавляем функцию стрельбы, анимация отдачи, событие с процедурным расчетом отдачи. Выставим значение 0,2.
вызовем реплицированное событие по воспроизведению звука. Укажем точку воспроизведения, камера от первого лица. Создадим звуковой класс. Импортируем скачанные звуки. Все три звука воспроизводим одновременно. И задаем ноду модулятор для рандомного изменения высоты. Применяем звуковой класс. Следом вызовем на сервере визуальные эффекты и укажем сокет оружия, который будет служить точкой воспроизведения частиц. Имя сокета можно подсмотреть в меше. Также пока сделаем через задержку автострельбу. Добавим эффект Assault Rifle Muzzle Flash. Также выделим mesh и настроим столкновение. Запустим сцену на два клиента и посмотрим, что у нас вообще получилось.
Так, отдельно класс оружия реплицировать не нужно, так как у персонажа оружие уже запускается через сервер. Где-то я упустил момент с уроном. Не указал класс, который получает урон. Подключим. Запустим еще раз. Всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайк и написать комментарий. Всем пока!